колода Круули, 22 старших аркана, карта дня на 7 февраля 2017 года. Пятый аркан. Карта Иерофанта советует создать необходимый баланс физического и духовного, чтобы обеспечить гармонию и понимание. В этот день благоприятны занятия, которые совмещают физический и духовный мир, например, образование, религия, философия. Карта может говорить о том, что нужно меньше заботиться о внешних проявлениях и о том, что думают другие. Лучше смотреть в суть вещей. Не спешите, делайте все последовательно. На дела этого дня важное влияние может оказать друг, учитель, руководитель или наставник, который проявит о вас заботу. Вы можете доверять полученному в этот день совету. Необходимо соблюдать правила и соответствовать структуре, которая была построена до вас. Ключевые слова карты. Связь души и тела, религия, образование, высшее учебное заведение, брак, мудрые советы.